Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Майнкрафт. Вот, в прошлый раз мы пришли вот сюда, начали прокапывать тут новую пещеру. Так, секунду, у меня тут только что тормоза были. Как всегда, в самом начале тормоза у меня будут. Ничего страшного, у меня это нормальное дело. Прогрузиться все-таки игре надо. Вот. Короче, продолжаем здесь искать алмазики. Такие желанные. Вот. И, честно сказать, я вообще не знаю, как я их буду искать. Наверное, так же самозабвенно, как и раньше. Напомню, что цель у меня, ну, для алмазов, это доспехи. Полный сет алмазной. Полный сет алмазной брони. Быстрее загрузись, пожалуйста, игра. Ой-ой-ой, у меня, кстати, еще и мало... Кирок осталось. Вот, ну ладно, придется вернуться домой и потом наделать новых. Так, F3. Вообще, давайте я, знаете, как сделаю? Вот здесь вот сделаю, значит, вот так. На всякий случай, да? Мало ли я захочу вот на вот этом уровне, ну, по высоте. Ну, вот здесь вот продолжить копать. Так, ну и тогда вот здесь вот. Вот так вот. Так, вот так делаем, делаем вот так, и свет вот сюда ставим, хорошо, и продолжаем копать. Довольно тяжко все это дело комментировать, потому что ничего такого нового не происходит. Вот, а делать монтаж, вырезать весь процесс... С другой стороны, мне не очень хочется, поэтому приходится делать вот так. То есть я копаюсь здесь и как-то все это комментирую. А как у меня получается это комментировать? Ну, наверное, видно... Лучше со стороны. Так, а сколько тут... А, тут... Нормально. Так, темноты не боимся. Ой-ой, опять все попадало, блин. Хорошо, ладно. А, это уже не гравий, хорошо. Я понял. Вообще-то я тут где-то слышал зомбарей. В самом начале.
Но, видимо, я от них отошел настолько далеко, что их уже и не слышно. Вот, я надеюсь, что музыка у меня тут не громкая и она вас не раздражает. Вот, иначе было бы очень даже обидно, досадно, что вот так вот происходит. Я сейчас F3, это я где сейчас? 5. А мне интересно на уровень 0 дойти. Ну-ка, это какой уровень у нас? Уровень 2, да? Это так это ж 20, уровень 29 ровно, вы прикиньте. Я просто не на те координаты смотрел. Так, ну значит, вот здесь вот я делаю вот так. Так, где там у меня? Сюда. Нет. Вот так. И вот сюда делаю проход. Может быть, я именно здесь и продолжу копать. Это как в какой-то из прошлых серий, что, ну, я вот оставлял вот такие вот заделы, говорил потом, потом, а я на самом деле уже и не помню, я там прокапывал или нет. Здесь уже у нас темно и страшно, да? Так, факелы у нас тут практически закончились. А вот почему я все время вниз иду? Постоянно вот вниз копаю и копаю. Ой-ой-ой, это кто? А вы кто, пацаны? Ничего себе. Вот это поворот неожиданный. Я тут даже немножко от неожиданности-то. Так, тихо, троечка. А это кто такие вообще? Почему они такие злые? Все кончилось. У меня есть железная кирка, конечно, но я ее
коплю. Так, давайте картоху съем. Так, вот сюда все правильно. Ой, как раз утро. Ну, в смысле день. В смысле светло. Вот здесь вот надо мне реально сделать какую-нибудь эту самую пристроечку. Так, все правильно. Это в прошлой серии я сделал себе факелы. Вот он, мост мой. Ай-яй-яй. Вот, типа, вот такой вот пристройки хочу сделать. Так, и хорошо, что я здесь дырку сделал. Так, FPS могут немножко падать, но... Но вы как бы знаете, что... Это у меня... Бывает. Так, хорошо. Гранит. Может быть, гранитом там поделать всего. Так, это я пока что вот так вот все поскладываю. Так, палка у меня там зачем-то лежит. Ай-яй-яй. Прогрузки. Так, мечи у меня есть. Значит, их брать не надо. Сделаю вот так. Сделаю вот так. Так, палки. Пять, шесть. Шесть штук давайте сделаю. Или давайте побольше. Десять. И как раз камень возьму. И тут камни набрал. Булыжника даже. Так. Ой-ой-ой. Тут получается сейчас всего лишь 5 будет. Я просто запамятовал, что здесь по 2 палки надо. Легче было вот так вот сделать. Все, 10. Еще 10 кирок. Так я думаю, все, вот этого достаточно будет. Кладем сюда. Это... Кладем сюда. Дверь мы закрываем. И идем спать. Потому что уже темнеет. Отлично, и все. А, еще надо захватить какие-нибудь что? Какие-нибудь эти самые факелы. А если факелов нет, значит их нужно сделать. Правильно? Правильно. Вот, берем оставшиеся палки. Берем... Шо? Вот, уголь. Делаем, значит, вот так.
Ничего не жалеем. Вот. И сейчас мы, знаете, что сделаем? Да, тут очень долго все делается. Короче, я вот так вот сделаю. 16. И где-то палки у меня тут были. Вот, короче... Приду. И буду... делать древесный уголь. Да, смотри. Вот здесь-то я ничего не сделал. Ладно. У меня с собой земли всякой нету, и поэтому... Ах ты ж, блин, я же не сделал. Ну, точнее, не взял с собой. Ладно. Я ж туда еще пришел ради... Ради всего... Всего. Вот, короче, получается очень много кирок. Я не знаю, если я вдруг опять попаду куда-нибудь куда-нибудь в лаву, или меня зомбари всякие убивают неожиданно. Опа. А, это прогрузка просто. Вон за сам бак скрипер обстоят. Понятно. Торчи делаем. А если... Ага. Так, значит, вот здесь вот продолжаем делать ступенечки. Ой-ой-ой. У меня даже музыка залагала. Прогрузки пошли, да? Ну, кстати, прогрузка мне подсказала, что там что-то есть такое, да? Опа, опа, это что у нас такое? Это мы добываем. Прикол. Вот тебе и ресурс еще один. Опа. Редстоун у нас тут, да? Вот куда меня приведет... вот приведут мои вот эти вот раскопки. Ой, земля. Землю зачем-то я копнул. Вообще, вот здесь вот можно было бы тоже какой-нибудь сделать, какое-нибудь ответвление. Ай. А ну хотя, да, все нормально. Ну вот так вот пока что сделаю. Мало ли я сюда еще вернусь. Правильно? Правильно.
О, еще редстоун. Слушайте. Тихо. Это я тихо говорю тормозам в игре, если что. Опа, у нас тут уже пошли какие-то черные камни. По-моему, я все это дело добывал. Да, то есть тут пошли уже породы другие. Сейчас я посмотрю. Да, в натуре. Ля, зачем я так много набрал-то всего? Где вот здесь вот я сейчас себе сделаю вот так вот, чтобы можно было не теряться. Возможно, я в натуре сейчас куда-то прокопаюсь. Потому что, насколько я помню, вот эти вот породы, они уже ведут в какие-то новые биомы. Если помните, пещеры такие были. Но это я все на память говорю. Ну вот смотрите, по чуть-чуть тогда у нас уже получается плюс одно место. Так, сейчас я проверю. Ну, вроде место еще есть. Место еще есть, значит, продолжаем копать. Блин, какой же красивый цвет вот у этих пород, прикольный. Да, тяжела и неказиста жизнь шахтера, да? Вот так вот копать все. Хотя же можно же зачаровать все это дело и там сделать, как, вот я, у меня же есть алмазная кирка. Можно ее там, не знаю, можно же ее улучшить там, не знаю, на скорость, на что-то еще. Вот что-то я об этом задумался только сейчас, если честно. Блин, гравий этот
с этим гравием. Сейчас я... А вот уже тут это самое. Места-то и нет. Ни разу. А, я знаю, кажется, как можно... Можно сейчас рыбу съесть. Правильно, правильно. Плюс у меня еще, смотрите. Сейчас я еще и яблоко съем. Не, не съем пока что. Поставлю так, посмотрю, где я сейчас. О, минус 11 уже. Так, подождите. Так, да, игра зависла на чуть-чуть и сразу же отвисла, да? Ну что ж, ладно. Сейчас тогда вот это вот я... И что дальше? Я весь в гравии. Может, реально ниже опуститься, чтобы... А, и зачем я это делаю? Ладно, фиг с ним. Я на самом деле все еще жду, когда у меня голод проявится чуть-чуть, чтобы съесть яблоко и хотя бы подобрать вот это вот все добро, да? Так, у меня тут... Вообще, у меня тут дофига всего, да, получается? Вот нафига я землю-то... А, нет, землю это я... Землю это я здесь выкопал, да? Опа-на, ну-ка. А, нет, это я не сделаю. Опа. Ну-ка. И зачем я это сделал? Спрашивается. Ладно. Хорошо, я не буду сейчас мучиться тут. Даже если... Сейчас потеряется вот это вот все, вот это все добро, которое я там оставил. Хотя это мелочи. Вы прикиньте, как глубоко я вырылся. У меня топорики есть с собой, ну-ка. У меня даже топоров нет. Так, ладно, ночью пойдем сейчас среди криперов. Ой-ой-ой, как вас тут много. А зачем я вылез? И зачем я в эту сторону пошел? Ай-яй-яй. Вот, надо же на свет идти. Эть.
Меня хоть догоняют? Паукан догоняет. Ай! Не упал. Все, до свидания. Так, хорошо. Вот это вот все. Продолжаю класть. Так, вот это вот все тоже кладу сюда пока что. Так, и вот здесь вот, вот так вот я сделаю. Ну, собственно, вот. Больше теперь места у нас. И давайте спать все-таки. Давайте тут поспим. И я еще что хочу сейчас сделать? Все-таки набрать всякого добра. Во-первых, я... Давайте я вот это вот возьму с собой, да? Так, ладно, не хватило немножко. Так. Значит, делаю вот так и делаю вот так. Два больших этих самых будет у меня. Так, а сейчас... Давайте я вот это вот с собой возьму. Допустим. Ну и вот это вот. А, не, можно вот это вот взять с собой. О, кстати. Так, беру. Вот это вот тоже я собираю, чтобы потом взять и обновить. Так, вот этот камень я кладу сюда. Вот. Вот это вот пока что сюда. Чё я хотел? Да, вот это вот хотел взять. Пускай пока так жарится, да? Давайте я вот так вот возьму все-таки. Я хочу, знаете, что сделать? У меня же тут есть блоков кол, хорошо. Мне просто интересно вспомнить. Да, Block of Coal. Сейчас я вспомню, как тут
по 8 штук. Так. Раскладываем вот так вот, значит. Сейчас я этих блоков сделаю. Очень много. Так. Просто я хочу посмотреть, можно ли прям вот ровно разделить все вот эти блоки, которые я набрал. Конечно, скорее всего, нет. А ну а что делать? Останется у меня, значит. Ну я просто хочу знать, сколько блоков получится. Прям, чтобы ровно. Так, давайте по 12 теперь буду тут делать. Так. Вот, чисто ради эксперимента. Такие мелочи вот просто на ум мне приходят. Вот сейчас, например, подумала, почему бы так вот не сделать реально. Эх, блин, всего-то двух не хватило, блин. Сорок девять штук получается тогда, да? Так, за это время тут, наверное, уже... Так, ну, ладно, пускай будет еще 50, ну, точнее, не еще, а в целом 50. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Отлично, будет тогда 51 штука. Вот как-то так. И тогда, смотрите, насколько я помню,
вот эти вот блоки угольные, они вообще капец долгие. А, у меня же еще тут. Еще вот, вот эти, ладно, оставлю. 29. Так, 29, 28, 29, 29. Ладно, пускай так будет все, да? Да я вот просто подумал, что можно наделать угля дофига просто. Вот, пускай оно теперь вот так вот жарится. Вот, ну а я сейчас пойду. Ой-ой-ой, в ночь прямо пошел. Ну ничего, добегу. Главное не упасть туда, куда не надо падать. Ну, смотри, добежал. Так, и смотри, вот здесь вот. Фу. А тут что тут делаешь, а? Офигеть. Ой-ой-ой. Надо скорее пристройку мою устроить. Не то нажимаю. Блин, а я двери забыл. Я забыл двери. Так, ну, например. Где бы... Давайте вот здесь вот. Раз, два, три. Вот так. Хотя что... В смысле? Зачем пристройку-то делать? Хотя, с другой стороны, чтобы... Вот так, вот так и вот так. Так, тогда давайте для себя сделаю знак, что вот здесь у меня будет. Все отлично. А здесь тогда я что сделаю? Подождите. Да вот так вот у меня и будет. Почему бы нет? Ой.
Да? Так, вот здесь вот давайте я тогда что сделаю? Вот здесь, так, не те кнопки нажимаю. Вот так вот поставлю штуку, да? Хотя, ладно, здесь снаружи я это дел, не буду ставить, чтобы не бегать. Все, тогда смотрите. Так как здесь у меня есть в эту сторону, здесь у меня будет, здесь есть, значит, вот в эти, вот сюда. А только сюда. Все, ладно, короче, смотрите, вот так вот ставлю. Не понял. Все, окей. И вот сюда. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Да я думаю, что это там снаружи двери. Потом сделаю. Ой-ой-ой. Подпрыгнул, прикиньте, и сам себе накосячил. Давайте тогда рыбу съем. А, тут все пропало уже. Шеф. Все пропало, шеф. Так, это у нас какой? Минус 14. А, вот это. Минус 15, хорошо. Так, ой-ой-ой, а время-то сколько? Уже практически 50 минут. Сейчас я чисто для себя сделаю здесь вот эти вот два направления, по которым, может быть, я буду прокапываться потом дальше. Вообще, вот эти вот ползучие штуки, которые встретил в этой серии, я, конечно, их сейчас немножко испугался, но это от неожиданности, да? Я, если честно, их припоминаю, что видел когда-то уже. Вот, что ж, ладно. Вот так вот давайте встану. F1 нажму. Ну что ж, на этом я заканчиваю серию. Опять же, ничего особенного не произошло сегодня, только вот эта вот движуха вместе вот с червяками, с этими каменными какими-то. Ну что и поделать, еще одна у нас получилась шахта недокопанная. Продолжаем искать алмазы. Ну вот таким вот образом все это у нас происходит. Можно, конечно, было бы подкрутить, чтобы там этих алмазов было больше, чтобы я их чаще находил. Но я оставил все настройки так, как есть. Ну и подумал, что так будет интереснее, что ли. Хотя нет, не то чтобы интереснее, так будет честнее. Получается как-то так. Вот, поэтому ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Это была игра Майнкрафт, с вами был Однорукий Борис. Всем удачи и всем пока.
Пока. Thank you.